Друзья, привет! Мы сейчас на Warface Open Cup «Весна», продолжаем брать интервью и сейчас пообщаемся с одним из участников и победителем первого тура турнира. Представься, пожалуйста, и расскажи, как прошла первая игра для вас. Привет, мой ник капитан Паника, я капитан команды АГ. Первая игра, в принципе, прошла хорошо, мы прошли финал турнира и сейчас будем бороться за первое место. Я думаю, мое мнение, что iStars пройдет, с iStars будем бороться. А почему у вас, вы были командой Rocket, да, почему вы стали АГ, почему вы поменяли название и произвели такой ребрендинг? В составе произошли решафлы, убрали двух игроков и взяли двух игроков с арены. И, собственно, решили переназвать команду, потому что некоторым это не нравилось, некоторым нравилось, но пришли к выводу, что просто назовем по-другому команду. Все. А ты не думаешь, что капитан Паника не очень подходящее название для капитана, лидера, человека, который должен, наоборот, стабилизировать и успокаивать свой коллектив? Да нет, ник у меня никак не характеризует мой характер или какие-то эмоции. Я довольно спокоен, и за психологическую составляющую нас отличает другой человек, поэтому все хорошо. Кто у вас за психологическую составляющую? Да. Девушка какая-нибудь? Нет, нет, девушка у меня есть, которая за мою психологическую составляющую отвечает. Да. А в составе именно QuickScope есть у нас такой. Он именно успокаивает команду, когда какие-то раунды отдаем, когда что-то не так идет. Он именно такой, ну, стержень команде по психологии. И что он говорит в этот момент? Он говорит, что успокоились, что все хорошо, сейчас нормально сыграем. И, собственно, он еще координатор, поэтому большую роль играет в стае. Что ты тогда делаешь? Я отвечаю за организационные моменты. Отдельно как-то разговаривать с людьми, общаться с ними, мотивировать их. Вот. А у меня моя мотивация – это девушка моя, Сабина. Она вот тоже во всем меня мотивирует, как муза, везде со мной. И, собственно, где девушка сейчас? Девушка сейчас дома, болеет за меня. Привет, я передаю, люблю ее, Сабина. Она, ну, во всем, просто во всем. Она, когда что-то не получается, именно она все спасает. И как будет во мне желание что-то делать, что-то исправлять. Ну, то есть вот так вот. Да, девушки, они такие, скажу по секрету всем. Мы музы. Миша такой улыбается и фейспалмит. Вот вы выиграли первую игру. Да, насколько это было, судя по счету, это было для вас легко. И почему такой результат, почему так, вроде, ну, Arena Stars тоже опытная организация, и у вас история игр, как так получилось? Ну, я бы не сказал, что легко выиграли, потому что первую карту мы вели там что-то 10-7, но довели до того, что чуть ли не до дополнительных раундов все довели, но в итоге последний раунд выиграли, 11-9 выиграли. А вторую карту уже более уверенно отыграли, более легко, более свободно, и, собственно, это результат подготовки, результат изменений именно не тактических у нас, тактику мы убрали вообще, у нас чистая импровизация, тимплей и командные действия, именно каждый раунд что-то новое, но это новое не приготовленное, а именно договоренности, просто общение между собой, друг другу помогаем, просто, собственно, тимплей и все. Следующая игра у вас будет с одним из участников, да, который сейчас в полуфинале. Там опять же Arena Stars, еще один состав, и Темная лошадка. Вот с одной стороны опытный игрок, с другой стороны совершенно непонятные какие-то люди, с которыми вы не будете знать, как играть, как им противостоять, с кем бы вы не хотели встретиться в финале. Если честно, я бы не хотел встретиться с iStars, но я понимаю, что, скорее всего, iStars пройдет, так как это уже двукратные чемпионы и там игроки не просто именитые, они очень хорошо играют на самом деле. Это одни из лучших игроков вообще в этой игре. А мне кажется, что Слуперы — это сильная команда, но мне кажется, им просто не хватит опыта переиграть арену. И они не пройдут, мне кажется, дальше этого полуфинала. Но это лично мое мнение, как бы, а может быть, все по-другому. Получится. Да, да. Хорошо. А опыт выступлений на ланах, что он дает помимо психологического преимущества? Если честно, он даже психологического преимущества не дает. Опыт на ланах, вот лично нам дает, это то, что, например, нужно лечь спать пораньше, чтобы быть готовым к следующему дню, потому что день на самом деле тяжелый, ты
приходишь в 8 утра и начинаешь разыгрываться, настраиваться, постоянно в напряжении таком. Ну, то есть это нужно много сил затратить. А новички, которые приедут, они, ну, им захочется погулять там по Москве, где-нибудь поразвлекаться, побегать до ночи, с друг другом пообщаться. А опыт дает именно это. А так каждый лан — это как в первый раз, можно сказать. Думаю так. А то, что игра постоянно меняется, в ней что-то постоянно, каждый лан в игре что-то добавили или что-то убрали. Насколько это дезориентирует вас? На самом деле, Parfaced — это такая игра, где разработчики именно общаются с нами, вот с опенкаперами, именно с игроками, которые уделяют этой игре очень много времени, которые для некоторых это как не работа, но... Если будут призывы, конечно, намного больше, то будет как работа, но разработчики именно контактируют с игроками, спрашивают, что сделать, спрашивают, что пофиксить, что ввести. Прежде чем ввести, они определенным лицам, например, нам показывают, что они хотят ввести, что они хотят изменить, и если нам что-то не нравится, то они предпринимают какие-то решения, чтобы исправить это. То есть все идет непосредственно с игроками. Связь и общение, поэтому все хорошо, в принципе, это не сильно дезориентирует, потому что ты всегда, это, можно сказать, ты сам это делаешь. Вот так. Отлично, это очень хороший опыт, когда разработчики так тесно контактируют с игроками, и вы готовы уже к кланам, ко всем изменениям, по сути. А на этот раз что поменялось в игре? Мне кажется, графика какая-то другая стала, нет? На самом деле в игре меняется многое. Оружие, карты фиксится, что-то добавляется, что-то убирается. Меняется многое. И в игре сейчас к этому лану они оставили старое обновление, и они правильно сделали, потому что вот сейчас, которое обновление вышло, оно вышло пару дней назад, и не все успели привыкнуть к нему, освоиться. И они приняли правильное решение, что оставили старое обновление, на котором все привыкли играть, на котором все готовы и к которому все готовились. Вот. А именно про сам лан, я думаю, это лучший лан, который проводили в Мейле, потому что организация намного выросла. Скажу конкретнее. Да. Ну, раньше мы пешком ходили в Мейл от гостиницы, от отеля нашего, а теперь нас отвозят там Мерседес. Звезд из вас окончательно сделали. Да. А еще что? Вот. Еще что самое больше нас порадовало, это то, что когда мы в прошлый раз приезжали, не успевали люди настроить трансляцию, и мы не могли разыграться в первый день, ну, до лана день этот. И нам приходилось либо ждать, либо мы вообще не играли. Сейчас мы приехали, уже абсолютно все готово было. С нами просто брифинг провели и сказали, идите, разыгрывайтесь. И мы привыкли к компьютерам. И сегодня уже, в принципе, пришли готовые, но еще перед играми разыгрывались часа 2-3 примерно. И, собственно, я не знаю, вообще все почти исправили. Все. Что, какие проблемы были, все исправили. Большое спасибо за это Mail.ru. То есть учли все ваши пожелания с прошлых разов, и теперь организация на наивысшем уровне, да? Может быть, есть еще что-то, что бы вы хотели пожелать, а команда бы к следующему разу добавила? На самом деле, я не знаю, можно было бы как-то растянуть, что ли, на пару дней ивенты, например, на 4 команды больше, чтобы это как-то групповой этап был, потом плей-офф, я не знаю, ну что-то вроде такого, чтобы почаще эти ивенты проводили. В принципе, все, потому что они все сами знают, все исправляют. Что бы мы ни написали, нас не игнорируют, а именно отвечают нам почти моментально. Если напишешь какой-то день, в этот же день тебе ответят и дадут свой ответ, там, положительный, отрицательный, но тем не менее дадут ответ. Поэтому, я не знаю, пожелать, в принципе, нечего, все хорошо. Только можно позавидовать с таким отношением. Ну что ж, отлично. Пожелаем вам успехов в следующем туре. И в заключение, как обычно, ты можешь передать приветы и пожелания. В общем, твое время. Я передаю привет своей девушке Сабине. Именно за то, что она меня поддерживает. Прямо сейчас она меня сидит, поддерживает, ждет меня, болеет за меня, переживает, наверное, больше, чем я за себя переживаю. Да, не наверное, а так и есть. Передаю привет маме, папе, конечно же, они тоже болеют, вся семья болеет и поддерживает меня. Всем привет и друзьям, естественно. Спасибо за интервью.